Сегодняшний флешмоб – это завершающий этап акции. Она проходила с 1 по 15 февраля на территории Краснодарского края. С целью привлечения внимания общественности к проблемам детей, больным раком, был проведен ряд благотворительных мероприятий. Так, 6 февраля студенты и неравнодушные жители города стали донорами крови для больных малышей. Собраны были и средства на лечение таких ребят. Сегодня участники акции выстроились в форме сердца и выпустили в небо воздушные шары. На них пожелания здоровья больным детям.